Да, у меня жизнь не тратится. Вы чё? Вот это мочилово. Эй! Пацаны, осторожно, я же один танкист. Ребята, в этом ролике мы разыгрываем игру Гаррис Мод. Все, что нужно сделать, лайк, коммент, подписка, и ты участвуешь в розыгрыше. А победителя я покажу в следующем ролике. Мы его выберем рандомайзером. Удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига IP, Жакет, Локдог, Бродяга. Всем привет. Всем хот-дог. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что у нас сегодня веселье в сандбокс, а конкретно у нас будет вертолет-убийца сбрасывать с неба на нас бомбы, и кто будет проигрывать, будет тоже брать вертолет. И в конце будет куча вертолетов и один выживший, который будет выживать среди мощных бомб. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Кто первый проиграет, тот лох. Теперь в каждом ролике будем разыгрывать по копии Гаррис Мод, так что вы сможете теперь с нами записывать, веселиться и орать. Че, никого не убил еще? Димас, а у тебя какая цвет машина? У меня красная. Точно? Да. Кто сломался? Поломался, да, кто-то уже? Так, кто-то поломался. Так ты добивай уже. Пока не убил, добивай. Давай, докиду уже бомбочек до синего. Ой, сейчас красный, ой, я проиграю сейчас. Давай, забрался, красавчик. У тебя получится. Пацаны, не спешим, стоим. Смотрите, как красиво кидает. Я уклоняюсь. Хорошо. Сейчас убьет, наверное. Вот прям чувствую, ой, рядышком. Надо, короче, на такой ход бросать, прям далеко-далеко наперед. Бомб еще задержка есть. Ай, а кого первого убили? Убили? Двоих достал. Ого, это что сейчас будет? Три вертолета! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он понял, что я на желтой машине, он понял. Димас, ты все-таки меня обманул. Я такой. Гаси в желтую тачку. Ты задрал, отвали! Ребята, что творится? Что творится? А что, капец? Голошматки, я застрял! Помогите! Ну, ё-моё! Ну, блин! Это жесть просто. Так что, теперь тоже должен вертолет брать? Офигеть. Ну что, кто остался живой, пацаны? Я еще живой. А вы знаете, что можно удерживать правую кнопку мыши? И он сам, получается, просто постоянно их сбрасывает, да? Да. Я в здании, если что. А где, кто? Я вижу, ментовская машина, ребята, ну что, забрасывай. Три вертолета, четыре. Кто еще живой? Я живой. Пулемет нельзя использовать, только бомбы, ребята. А, вижу, ребята. Кидаем ему бомбочек. Сейчас я еще... Ого, его перевернуло. Смотрите, как я ему на ход бросаю бомбы. А где он прям едет. Ну, я его не вижу. Вы видите его? Вижу, нифига себе. Пропустил чуть-чуть. У меня колесо спущено. Да, прикольно здесь сделано. А, нет, вот нет, тоже нет. За домом. Я говорю, нет. Давай, ты умрешь. Ну. Да, я умер. О, вот это мы тебя закидали. Кто есть еще живой? А это все. Все? Теперь я должен поступить. Ну да. Так, давайте теперь, я... пацаны, выберите машины, я буду сбрасывать бомбы. 5, 4, 3, 2, 1. Выживание началось. Ну что, ребята, теперь я их должен замочить. Полетели. Будем сейчас понимать, как надо именно наперед кидать на ход.
Ой, хорошо, что он туда едет назад. Мне это нравится. Хорошая идея. Закидываем, закидываем, закидываем бомбочками. А, вы когда касаетесь бомбы, бомба активируется. Белый, белый, белый попал в капкан. Ну что, а теперь мы белого гасим. Лицо спустили, я прям над машиной лечу. О, зеленый, зеленый, отлично. А, вы подсвечивались так, это как-то в тени странно. Ну, я сейчас убью кого-то, по-любому. Вы тут втроем зашмерились. Есть, отлично, 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 он перевернулся. Закидываем, закидываем. Я вижу, как ты мозгасишь там всех. Я специально все делаю тактику, я его... Есть, я могу вертолетом притормаживать вас. А ну иди сюда, подлец. Ребята, новая тактика. Я могу толкать машины. Да ты себе тоже вред наносишь этим. Ничего страшного. А что можно? Полетом? Смотрите, смотрите. Воду, воду, воду. Отлично, ребята, отлично. Вот это я сегодня профессионально играю. Кто еще? Я еще не вижу машину. Видите машины? Вижу, 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 вижу. Опять остался профессионал, да? Не-не-не, мы еще с челиками. Отлично. Красиво, ребята, ну что? Получается очень-очень эпичненько. Вижу еще, вижу еще. Вижу цель, вижу цель. Надо убить срочно. Добиваем, ребята, добиваем уже. Отлично, отлично. Осторожно. У меня минус все колеса. Осторожно. Так, кто еще там? Еще есть кто-то? А все, пошли. А, ты что, офигел? Это ты едешь по полю? Да, да, да. Вот это мы бомбу набрасываем. Вот это жесть. Спасите. Красиво, красиво. Да, у меня жизнь не тратится, вы чё? Вот это мочилово, эй! Пацаны, осторожно, я же один танкист. Вот это жесть, как пчелы приклеились. Валю, 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 потихонечку назад. Так, как от них свалить? Какой-то есть по-любому вариант. Это трындец просто, ребята. Это просто жесть. А жизни тратятся. Ух, оторвался, оторвался. Вот так вот. Там из себя валите, что ли? Я что, вертолет уничтожаю, да, потихоньку? Ну, ты нам потихоньку. Ну что, полетели с разгончику. О, слушатель, аж огонь вылетает. Кто кого еще гасит? Я вас или вы меня? Воду, воду, воду. Не-не-не, воду. Так я тяжелый очень. 88 хп, очень мало выносится. Ну, получается прикольно. Как было в реальности, да? В мире Half-Life, когда вы пытаетесь на танке сбежать. Хорошо выживай, ребята. Хорошо. А вы задрали. Ого, вот это я прям по вертолетам. 79 хп. Ого! Вы что делаете? Эй, что творится? Ребята, помогите! А что за фигня? 21, 19 хп! Нет, 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 нет! Нет, 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 17, 15. Убили. Я вышел с танка, хотел убежать. Но шанс очень маленький.
Ну что, последний тест. Готовы? Подлецы. Нет, это красивые маленькие взрывчики будут. Ну что, убивают вертолеты? У меня горит вертолет. Горит, да, просто? Может очень высоко взлететь и все. А мне взрывную волну наверх кинуло. Ого, смотрите, как вода поднялась. А, вертолет, говоришь, можно в воздухе, да, зашкериться. Посмотрим, как это тихбомб вы зашкеритесь. Лечу аж до вас. О. Ну, так мы сверху летаем, но нормально. Не доходит? Я сверху летаю, мне хорошо. Ту, реально не доходит взрыв? Да. Ага, сейчас, стой. А вот так дошло? Ладно. Это было, ребята, очень эпично. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.